Так, это идет мэр. Пришел мэр. Ребята, а кто здесь? Почему здесь столько людей? Я же... Только что мэр выступил перед зданием Харьковского благоустройства. Он было много харьковчан, несколько сотен. И теперь пришел палаточный городок защитников Харькова около памятника Ленина. Ну, там очередной раз общается с харьковчанами. Встаньте, пожалуйста. Да нет, он коммунистов вынесли. Работает? Рабочий. Реально. А что он? Так, давайте мы туда повернемся. Работает? Ребята, откройте пространство, пожалуйста, туда. Дальше, отойдите. Уважаемые харьковчане, я еще раз хочу вам сказать всем спасибо за то, что вы имеете такую свою любовь к нашему городу, за то, что вы проводите здесь свое личное время, защищая историю и культуру нашего города. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы еще в таком возрасте, когда можно было бы пересмотреть свои взгляды, но вы любите и уважаете тех родителей, которые дали нам жизнь, тех наших воинов, освободителей, которые защищали наш Харьков и возрождали его после войны, что вы любите свой город и любите своих друзей и близких, которые рядом с вами стоят. Это очень важно, что среди нас сегодня рождается такая волна желания и любви к нашему городу, что в последующем это даст нам хорошие результаты для возрождения нашего Харькова. Я очень рад, что мы начали так относиться к нашему городу, что мы будем дорожить теми ценностями, которые создавали поколение людей, которые сегодня, когда видят то, что происходит, они плачут, они не хотят верить в то, что сейчас происходит. Поэтому наша с вами задача вернуть им веру и покой, чтобы они были уверены, что те молодые ребята, которые здесь стоят, это достойное поколение людей, которые приходят им на смену. Не в зависимости от того, кто где работает, кто где учится, кто как живет, с каким достатком. Главное, что нас объединяет, это наш город, Харьков, который мы все любим. Также я хочу вам сказать спасибо за то, что вы такие добрые, не агрессивные, потому что на самом деле вы готовы сделать все для того, чтобы... быстрее прекратилось то, что мы сегодня видим у стен администрации. Но мы с вами говорили, главное, чтобы мы видели друг в друге добрых людей, чтобы не было агрессии, чтобы не было столкновений. Вам за это спасибо. И хочу вам также сказать спасибо за то, что вы так сегодня ухаживаете за этим местом, не давая, я еще раз говорю, другим показывать на нас, что мы такие, знаете, может быть, не культурные, может быть, не организованные, потому что все они нас как называли? Тетушками. А сегодня они видят, что это организованные ребята, которые любят свою родину и свой город, где они живут, и своих родителей, и своих дедов. И поэтому мы сегодня являемся лучшим примером, чем те, кто прячет свои лица под масками, стоят с палками, с какими-то пистолетами, оружием. И я вот сейчас выступал там и говорил, это в кого они собираются-то стрелять? В нас, в харьковчан. Если они не любят нас, не любят наш город, то им где место? В зоопарке, у нас там очень много свободных клеток, пускай они там и находятся. Поэтому, уважаемые харьковчане, я еще раз вас призываю, чтобы мы оставались верны тем принципам и тем задачам, которые мы перед собой поставили. Наша главная задача,
чтобы история и культура Харькова осталась такая, как мы ее знаем. А мы только можем приумножать наши достижения и делать все для того, чтобы мы гордились нашим городом. 1 марта люди сами собираются. Вы знаете, что в социальных сетях и везде идет призыв, чтобы мы 1 марта в 12 часов собрались здесь, на площади Свободы. Я уверен в том, что придут много людей, и мы будем среди вас. И мы будем говорить вам те слова, которые дают нам сегодня тот запал энергии, который для нас очень необходим в такое трудное и непростое время. Сегодня уже назначен кабинет министров. Сегодня министры должны начинать разворачивать активную деятельность, направленную на то, чтобы стабилизировать ситуацию. И для нас очень важно, что когда такие процессы начинаются, чтобы мы могли дать возможность друг другу реализовать те планы, которые дадут хороший результат. Вам всем спасибо, и еще раз спасибо, и здоровья вам, счастья, успехов и веры в лучшее. Спасибо большое. Сейчас она на нее в Киеве открыта охота. Она сейчас у меня дома. Ну, потому что она везде заснята, везде они организовали там клубы. Знаете, как новые бойцы, новые власти там относятся. Ей угрожает. Она сейчас... Пускай она придет завтра сюда, мы с ней поговорим. Она здесь и сейчас здесь. Да, погоди, это Оксана Шкода. Оксана Шкода здесь. Вот она. У вас есть. Две, пропустите, ребята. Пришлось вот здесь, через вас. Там. Я вас уже... Человек уехал, да, она уехала с Киева, в чем стоит. Вот. В этом проблема. Скажите, а где вы работали? А вы журналист, да? И она открыли они счет. Навещали не одна шапка. А можно ее вайвайсить телефон? Да. Давайте отойдем. Отойдемте, да. Запиши телефон у вас на берегу. Так. Все, ребята, разрешите. Я пошел. Спасибо. Вам передаю привет от Михаила Добкина. Ребята, пожалуйста, пропустили. Коридор! 1 марта. Он не сможет, он сейчас организовывает работу, потому что вы знаете, что он президент. Спасибо. Ребята, организовали, пожалуйста, проход. Он работает. Наша задача не назад. Давайте на 1 марта.
Из России, из Венгрии, из Румынии, из Грузии, из Казахстана, со всеми. Это будет не просто брос памяти, это будет салат для нас. Да это будет, вы не понимаете, что будет, потому что здесь огромная специальная работа, и здесь Это будет там дворец культуры, брата моего завода, который будет засыпать, 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 будет засыпать,